пробке, блядь. Подходит ко мне чувак. Говорит, слушай, надо довести моего друга до платформы «Красный строитель». Говорит, сколько денег будет стоить? Я говорю, ну рублей 100, наверное. Говорю, здесь ехать-то 1,5 километра. Он такой, 100 рублей, типа, ну хорошо. Короче, дает мне. Вот это, блядь. Вот камень, ёпты. Я говорю, это что такое? Он говорит, это мой друг, говорит, я с ним только недавно познакомился. Я говорю, и что мне надо с ним сделать? Он говорит, ты его, говорит, до платформы «Красный строитель», говорит, довези. И, говорит, положи его в травку, говорит, он дальше сам дорогу найдет, блядь. Я говорю, ты что, блядь, серьезно? Он такой, да, говорит. Это пиздец вообще. Я говорю, ну ладно, давай. Он говорит, ты его только положи, говорит, так, чтобы он не упал.